Так. Еще одна трансляция. Фу, да. Отправлено. Ну вот, трансляция запущена. Я призываю этого умника, который там опять не умеешь читать, бла-бла-бла. Ну иди почитай. Да, что-то ластик не особенно выдает. Ага, там даже текст песни не очень-то аутентичен тому, что в действительности звучит. Это же надо, вот Redmi. Ну хорошо, хотя бы в Redmi бы разместил. Меня больше всего поражает. Больше Может, всего там меня где-нибудь. поражает паркур гайд. Так, actions, да, он сказал. Added actions. Тут написано added actions. Добавленные действия, как бы добавленные, предполагает, что это какое-то типа обновление. Ну, не available actions, а просто added actions. Ладно, папка actions. Ну так мод Вот даже добавляет actions и available actions. breakfall MD. Roll. Roll is one of the breakfalls. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. How to use? Land while you press forward or backward movement key and breakfall key. Что такое breakfall key? Что это, блин? А ты в переводчик вставь и поехали. Да, блин, офигенно. Ну ладно. Давайте все без все, да. Клавишу breakfall. Да, breakfall это уже у нас клавиша стандартная на клавиатуре, вы что, не знали? Это же как backspace, только breakfall. Может быть, для этого мода специальные клавиатуры издают? Ладно. Сереж, ты Catlib. пошутил, да? Ты Do fast пошутил? run. Вот, тут хотя бы ссылка есть. Do fast Сережа, run. ты пошутил? Пошутил, да. Ты, А, ну значит. ты не шутил на самом деле. Когда бы тут, вот если бы я понял, если бы тут еще была ссылка, на него нажимаешь, и как бы там написано breakfall key, такая клавиша, которая назначается, как в этом, в NVDA для слепых. Что там клавиша какая-то есть специальная, и она может быть разной. Какие же мрази, а? Это же как надо Это издеваться над людьми. кринж-эфир, как давно он идет? Мы 3 часа с видео пытались вот поставить Майнкрафт. Catlib is a skill used... Не, не просто Minecraft. Minecraft, во-первых, у нас задача была на серверах найти человека, с кем бы что-то можно было построить. Это было провалено. Был успех, мы нашли человека, но оказалось, что это барыга. Он сказал, с кем можно познакомиться. Он сказал, со мной, пошли за мной. Мы с ним пошли, как в лучшие советские времена. Он завел в какие-то зачем-то, не знаю, там, закоулки и предложил что-то у него купить. Сказал, что у тебя что-то мало алмазов, давай я тебе продам. Я не знаю, в общем, как к этому относиться, но хорошо хоть что не показал что-то. Не дал ссылки и сказал, перейди. Эта ситуация провалена, но тут легче, я думаю, хотя бы можно понять, как это, ну, как общаться, как находить, серверы поискать. Но вот это вообще тупиковая ситуация, просто меня она выбешивает, меня бомбит от этого. Давненько так не было. Вот написано catlib. Это какой-то прием, да? Ладно, не знаю, как переводится. Skill used to jump. Полно описаний. А как его делать? Не знаю. How to use? Do fast run. Хорошо, fast run. Смотрим, как делается fast run. How to use? Continue to press fast run key during sprinting. Вот что это за fast run key, блин? Как его А это назначить? не так, Сережа. Может быть, дело в том, что здесь ты можешь назначить свои клавиши, и Где? нужно эти Хорошо, где настроить это написано, где-то как в их назначить? настройках Майнкрафт. Где? Сереж, можно я попрошу обзор моего мода? Нет, я хочу с этим разобраться. Если ты напишешь такую же документацию к твоему моду, я все. Это вот кто хотел, чтобы я на радио больше не заходил. Вот напиши такую же документацию. Это, блин, не мод, это какой-то В том-то и дело, гребаный что квест. у меня документация уже написана. Я Fast как раз Run хочу, это какой-то... чтобы ты ее оценил. Вот что я хочу.
Фастран это в самом Майнкрафте стандартный какой-то быстрый бег есть или что? Да, в самом Майнкрафте есть быстрый бег. Ну, как он нажимается? Ну. Двойное вперед. Так, ну я сейчас буду тогда проверять. Если так, то вроде наконец-то проясняется. Вот тебе подсказывают. Барыга загнал тебе барахло, чтобы его не ограбили, увидев обмен. Тебя, нуба, жалели. Ты был без блестящей брони. А за что он продает-то? Как это вообще происходит? Не за биткоины же? Сережа, ты нажимал ЛКМ? Левую кнопку в какой момент? А, хотя бы знаешь, такое ЛКМ. Знаю. Не, просто я думал, что ты сейчас будешь на клавиатуре искать ЛКМ и просить специальную клавиатуру. Слушай, с ЛКМ. ЛКМ, в ЛКСМ, блин, это еще нормальная вещь. Тут уже ночь успела наступить, или где, ё-моё? Да ёкалны бабай. Когда ты успел стать таким антисоветчиком, Сережа? Я ведь раньше в церковь ходил. Угу. Как попасть? Мне не понравилась ночь с летучими мышами. Во, вот тут вот мы это все проверим. Значит, двойной Сережа, W, ты как значит, да? Минимум три раза попал. У тебя две девочки и один мальчик. Три раза попал, а нас спрашиваешь. Так, мне придется постоянно сделать этот, мне не могу я так. В мамбле, в смысле, я постоянно буду говорить. Так, я хочу пойти. А что, в WASD не работает, что ли? А, не работает. Так, мы идем. Так, F5. А как этого поменять вообще ему костюм? Нет, разве он бежит? Так, стойте. Это он... Нет, ты сказал двойной W, не работает двойной W для бега. Двойной вперед. Я не знаю, у тебя на W вперед. Не, не работает. Не работает двойной вперед. Ну так, в LKSM, значит, левая кнопка мыши. Не работает. А, вот он побежал. Подождите, а до этого... Чуть, я не пойму, у него песок из-под ног. Это... А, это я недостаточно... Это даже я знаю, а я не играю ни во что Half-Life 1 на Crossfire раз в месяц, чтобы проверить свою скорость реакции. Вот я сидею, считаю себя отупевшим, но когда вижу это, как он, блядь, вообще выжил? Да ну тебя, короче говоря, Sneak Quickly. То есть мне надо Sneak Quickly теперь пройти в Sneak Quickly, значит, как делать Sneak Quickly, да? А где здесь Sneak Quickly? Здесь нет такого Sneak Quickly. Такого нет. Shift зажимай. Откуда ты это взял? Я помню, как играть в Майнкрафт. Это стандартно в Майнкрафте. А что такое Sneak? Ну, типа красться. Угу. Блин, а сочетание клавиш нельзя было нажать, написать вместо этих слов? Или их все под себя бегут сразу перенастраивать, и поэтому... Какой же... Возможно, перенастроить под себя это разумно сделать так. Do fast run, sneak quickly. Sneak quickly. Так, я хочу сначала просто тебе, sneak кажется, quickly shift. Это все плохим? Нет, подожди. Плохим, потому что оно продумано. А, подожди, это он приседает shift. А и чё? Когда ты идешь во время приседя, ты как бы крадешься. А можно красться быстро? Там написано quickly. Вот это вот быстро... Угу. Так, то есть мне надо бежать и потом быстро красться. Блин, неужели сработает сейчас? Ну тогда действительно поэтому можно прям курс сделать и продавать это. Бежим и быстро крадемся. Ну и фиг.
как это, отпускать, не отпускать, блин, не знаю, вырвать просто, я не знаю, что у этого автора. Быстро отпустить, и что? Что мне нажимать дальше, блин? Какие клавиши? Блин, как же это выбешивает, а? Почему ты пытаешься... Объясни, почему ты пытаешься сам переводить вместо того, чтобы... Ну, ты же явно не осиляешь засунуть это в переводчик. Да потому что переводчик нормально не переведет. Толку-то не в переводчик. Нет, надо, переводчик более-менее переведет плюс. Ты можешь засунуть это в чат GPT и спросить конкретные кнопки. Ой, блин, вот я не знаю, нажимать. Вот нет чата GPT, он появился вчера. Как мне без чата GPT с этим разобраться? Ты чего, шутишь? У него, понимаешь, чат GPT-то у него есть, но он понимает, что вот он живет в Африке, а он без ноги, ладно, без хорошо, руки, даже с чатом, ничего. Ладно, 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 окей, даже с чатом GPT, хорошо, сейчас, сейчас. Так. Так, буду писать по-русски, нет, по-английски. I installed parkour. Напиши туда, что ты новичок в Майнкрафте и не знаешь, как выполнить эти действия из этой инструкции. Попроси заменить их в тексте на конкретные сочетания клавиш. Make. Что там было? Cat lip. Our beer stolen our vodka. Give me detailed step-by-step instructions how to do it. Find or create a suitable location. Locate to build. Ну-ка, да, тоже интересно. Locate to build a setup with a gap that you need to jump across. Ага, this could be between two buildings, platforms or any raised structures. The gap should be challenging, but not impossible to leap across. Прекрасно. Что это, как это? Итак, start sprinting by holding the sprint key. Default is control, double tapping. Control тоже работает, ну-ка. Вернуться к игре. То есть Ctrl-W это быстро бежать. А, вот оно что. Угу. Получается, даже тупой чат GPT, в котором, собственно, нет информации за несколько лет, он все равно знает это. Так, ну вот он запрыгнул, кстати. Только сам, что ли? Просто достаточно бежать и чё? Ага, вот он как бы... Это без нажатий, каких бы то ни было. Так, твоя проблема, хочу... Сережа, в том, что ты лудит. Нет, это не моя проблема. Это проблема в том, что кто-то не написал документацию нормально. Зачем, если можно просить чат GPT, и он тебе все выдаст? Да, 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 да. Я не куплюсь на это, на твой троллинг. Сереж, но ведь в данном случае чат GPT действительно все выдаст. В данном случае это действительно не троллинг. Нет, чат GPT работает, я же и говорю, да, прекрасно и замечательно, все клево, да. Да ну, елки-палки, опять эти мыши. Вся твоя боль, она в том, что ты упираешься в какой-то лудитизм и пытаешься избегать новых технологий. Так, продолжаем. Так, я не пойму, почему тут черный мир этот. Где был день? Я куда-то... А, сохранить. Как начать заново? Так, моды сохранить, выйти. Как заново начать в этом мире, блин? Я не пойму, куда... Марина, как начать заново? Сережа, никак. У тебя уже дети. Да,
Ладно. А я предупреждал. Что у тебя растянется, это минимум на 2 дня. И ведь эта проблема, она не только касается вот этого вот случая с Майнкрафтом и модами. Она во всем такая. Ты ведь давно мог бы написать Школополис с помощью чата GPT. Да, особенно 10 лет назад. Ну, Школополис идея 5 лет назад точно возникла. Больше 5. 6 лет назад Школополис возник. Тогда же дофига уже чатов GPT. 6 лет назад были аналоги чата GPT. Да, конечно. Да, очень много. Очень много аналогов было чата GPT 6 лет назад. Я не поведусь на это. Тебе их, конечно, не хватило. Так, не хватило. Так, значит, что он говорит дальше? Он говорит дальше: start sprinting by holding the sprint key. Ну тут ладно, тут надо прыгать от этого. А как приседать-то, он говорит? Где остановился? Значит, либо двойное W, либо Control надо удерживать. Когда вы достигнете края, Approach, это что? Approach, подойдете к краю, вот этот подход, подойти. Get ready to jump, приготовьтесь прыгать. Perform the leap. Just before reaching... Вот где это было? Кто это? Где это написал? Just before reaching the edge, please press and hold the jump key, spacebar, to initiate the leap. While in the air, будучи в воздухе, aim towards the landing spot, use the mouse to adjust your direction. Где это написано в документации? То ли это галлюцинации? Знаете, когда батя тащит меня 7-летнего, смотреть, как он бухает с дедом в гараже. Почему же я это вспомнил? Tips and successful get loop. Ну, вообще какой-то. Вот example сценарио. Прекрасно. Почему этого в документации нету, блин? Control, spacebar. Там про space вообще ничего. Про прыжок там ничего не было написано. Там в документации написано вот это. Ой, где она? GitHub-то этот. Вот он. Cat leap. Do fast run, sneak quickly, cancel sneaking quickly. Sneak quickly. Берем чат GPT. How to Стой, sneak quickly. Стой, два раза W. Подожди. Quickly in Minecraft. What is it? Give answer in Russian. Майнкрафт, быстрое подкрадывание. Ну, правильно, быстрое подкрадывание. Не, это галлюцинации. Чат GPT неправильно написал. Я сомневаюсь, что быстрое подкрадывание и прыжок, блин, это одно и то же. Механика, которая позволяет игрокам двигаться в состоянии подкрадывания с повышенной скоростью. Обычно подкрадывание используется для того, чтобы не упасть с краев блоков. Обычное подкрадывание. Нажмите клавишу подкрадывания по умолчанию Shift. Control Shift значит, наверное, быстрое подкрадывание. Быстрое подкрадывание обычно доступно с помощью модов или определенных настроек на сервера. А, отлично, отлично. То есть, quick sneaking – это даже не стандартная вещь. А он там просто пишет «быстро подкрадывайтесь». С чем быстро подкрадывайтесь? Это функционал этого паркур-мода, тогда где написано, как это сделать? Где здесь написано quick sneaking? Нету тут такого. Почему ссылки нет на это? Sneaking quickly, вот, fast run, значит, есть ссылка. Fast run, now you are a parkour player, so you can run faster than before. То есть еще быстрее, чем стандартный бег. Some other actions need using this, if you think this feature is annoying, modifying configs can help you. Прекрасно. Continue to press fast run key. Да что ж такое, блин? Тут даже не написано, что это за fast run key. Это какое? Это fast run, что имеется в виду? Как стандартный бег или что?
Я придумал. Сейчас я отключу нафиг этого бота и попробую бегать. То есть это функционал этого бота или что? Верни меня. Как куда-нибудь телепортироваться? Тут неровная поверхность. Бегать неудобно. Переведи меня на VPN. А прием автоматически перед. Так, я все, я новый мир сейчас создам. А мир он что, рандомно создает? Да, рандомно. Выживание, творческий, сложное, мирное. Коль, давай, сделай перерыв, пожалуйста. Сейчас я разберусь, все, иди, пожалуйста. Ты уже 3 часа сидишь. До этого. Коля! Эта игра не для тебя! Сейчас папа разберется! Блин, поле есть где-нибудь здесь? Я не пойму, почему эти лестницы везде. Так, можно эти миры поудалять? Надоели. Поле, русское поле. Проблема Серёжа. Незнание базы. Брать радио, если не знаешь законы силы тока. Второе. Незнание английского. Знаете что, друзья мои? Идите вы нафиг со своими этими советами, это у вас проблемы. У меня нет никаких проблем. У меня все хорошо. Я среднестатистический рядовой человек. Нет! Он сейчас от нас уйдет! Так, вот, паркур disabled. Пробуем бегать без этого мода. И у нас... Пошли на ближайших выходных на велосипедах покатаемся. Нет у меня велосипеда. Если считается, без скоростей просто велосипед обычный. Ну да. У меня так, нет скоростей. Ну вот, он идет просто и бежит. Тогда я не понимаю, Fast Run... Почему у этого чучела в документации отдельная статья Fast Run, если это просто стандартная фича? Теперь ты паркурщик, ты можешь теперь бегать. А до этого что, я не мог бегать? Вот я бегаю... Так, или он быстрее бегает? Что-то я не пойму. Он же писал, что быстрее. Быстрее или нет? Я просто не вижу. Да, ты читал, что он быстрее бегает. Ну, вроде да, вроде быстрее. Так, ну, блин... Ну, короче, я не знаю, меня уже не хватает у меня терпения. А как можно нажать Ctrl, W и AD еще? А, нет, так не работает вообще. Просто W и AD. А почему он не может прыгать в воздухе тогда? Почему он может идти, и если когда идешь и нажимаешь AD, он переворот делает, а в процессе бега он так перевернуться не может? Что за ерунда? Вот он быстро бежит, и я нажимаю AD. А, нет, прыгает. Но это двумя руками прям надо нажимать. Ну ладно, окей. В воду только не падай, а то я не знаю, как вылезать из воды, блин! Вообще, как так человек может летать? Это дает детям неверные представления. Это все не то, Серёжа, не то. Надо свои. Ну и как делать этот кетлип? Как делать этот кетлип? Как? С православием! Ставь индику! Нет, слушайте, проще ассемблер изучить, чем эту ерунду. И что мне это даст? Как мне в жизни поможет вот это? Слушай, только кроме... Дело. Да, это никак не поможет тебе в жизни, как и любые игры. Но... Нет, даже просто сожрет нервные клетки. Это даже не работа с источниками информации. Я не знаю. Это какой-то... Ставь индику! Арматрия. Если человек хочет заниматься реверс-инжинирингом каких-нибудь сворованных программ, там, где частично документация, вот что успели спереть, часть документации отсутствует. Наверное, это хороший скилл. Но там хотя бы ты бомбить не будешь. Хотя бы ты будешь понимать, что да, у меня нет... Надо, ага. Вот чат GPT наврал мне уже, что вот кэтлип делается прыжком спейсом, что нифига вообще. Погоди, а у тебя температура выставлена в чате GPT?
Какая температура? Ну, это показатель, который ты можешь регулировать, чтобы он не врал. Если он в нуле, то он не будет врать. Если температура высокая, то он будет врать как можно больше. Я не знаю об этом ничего. Выстрой температуру, пожалуйста. А он использует просто стандартный вот интерфейс, а не API. Вроде даже в стандартном можно как-то параметры пробросить, но не знаю, у меня не пользуется. Нет, в стандартном нет такого. Мне коллега по работе, видимо, напиздел. Все, 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 завершаем. Так, все, в общем, я пошел восстанавливаться, я не могу, это пипец какой-то. How to use? Что такое during sprinting? Continue to press fast run key during sprinting. Do fast run, sneak quickly. Sneak quickly. Чё ChatGPT про sneak quickly говорит? Не поддерживать. Sneak quickly это нестандартное, короче. Быстрое подкрадывание нет такого. Быстрое подкрадывание, короче, это возможность самого этого мода. А в этом моде нету. По крайней мере, я не вижу, вот я сейчас пытаюсь найти. Нам пишут, я понял, для кого делают эти злоебучие тоталы на пару часов. Вот именно из-за таких людей, как Сережа, я теперь не могу играть в нормальные игры. Угу, угу. Ну ладно, я не покупаюсь на это, я этих троллей кормить не буду. Вы прекрасно понимаете, что я прав, что я прав, что действительно... Чё вы булите Сережу, вы же знаете, что он прав, но... Вот, блин, Джейсон. Джейсон, и где? Три часа пытаемся Майнкрафт посмотреть. Сергей, я предлагаю тебе не читать, а просто жать на все кнопки. Shift, Control, все не это... надо, не надо. Опять такой, смотри в пол, нажимая все кнопки подряд. Не, Майнкрафт это вообще, я вам как ветеран говорю, я когда был школотроном, я джарник Майнкрафт сам перепаковывал и моды ставил. Сейчас все гораздо проще. И моды действительно шкалярные, непонятно, какие кнопки нажимать. Надо внимательно редми читать просто хотя бы. Не-не-не, не работает. Ты не поверишь, но зареверсить джарник ему уже предлагали. Вот, и он уже сам сказал, что отреверсить джарник было бы проще. Не-не-не, я ничего не реверсил, я просто перепаковал джарник. Типа файлы .класса заменял, когда моды так ставились. Сейчас вроде можно через менюшку нащелкать. Но суть не в этом, просто шкалярные моды, они по описанию, по документации просто такие сами по себе. Не надо поэтому бомбить. Просто какой-то школьник накатал на джаве и вот выложил, как вот есть. Ну не-не-не, нереально. Короче, нереально этот кэтснит сделать, я не знаю, что это такое. А, или это вот этот прыжок был? Да, наверное. А кошачий прыжок, вот этот кошачий. Вот этот кошачий прыжок? И как я его сделал? Да, я тоже забыла. Двойной shift нажать в процессе бега? Дай-ка мне это. И что, это нельзя было написать там вот? Дай-ка. Попадай, двойной shift. Дай, да. Дай. А дети все такие. Все, Коля, все. Папе надо восстановиться после этого. Ну что ты shift нажимаешь? Видишь, он у тебя дерганно бежит. Shift надо нажимать, когда он уже к краю подошел. Все, он утонул. О. Old. Ты знаешь, как костюм сменить? Как он называется, эти... Скин. Скины, точно. Это же вообще классика. Скины для Майнкрафта, точно. И как скин сделать, чтобы быть в плаще? Я не знаю. Ты не знаешь? Чтоб в таком, как бы, сером плаще. Угу. Который литра называется. Я не знаю, как это называется. Ну, предмет есть, это только в Майнкрафте. Все, мы завершаем. Все. Так.
перерыв, пожалуйста, делай. Ты уже ушел, ты не уходил. Так, как сменить? Все, разобрались, в общем. То есть нужно двойной shift нажать, только я не понимаю, быстро подкрадываться. Ну, в общем, это методом тыка только можно было сделать. Смена скина Minecraft. Простой процесс, который можно выполнить. Да, да, да. Посетите сайты, предлагающие скины для Minecraft. Найдите скин, который вам нравится, и скачайте его. Скин должен быть в формате PNG. Перейдите на сайт Minecraft, нет, войдите в свой аккаунт. Зайдите в раздел «Профиль», загрузите новый скин. Запустите Minecraft на вашем устройстве. Зайдите в раздел «Гардероб». Ну-ка, интересно, а мы то, что установили, это Bedroom был? Раздел «Гардероб». Это вот официальный лаунчер. Это броненосец Потёмкин. Да. Ты говорил, что быстрее грузится? Что-то как-то незаметно, блин. Или это лаунчер сам долго грузится? Dangerous, это что такое? Это быстрее грузится. Realms, вот это Bedrock? Minecraft for Windows. Ну да, наверное, установить. Так, погоди, ты используешь Windows? Да. Так, и после этого ты спрашиваешь, почему у тебя постоянно какие-то проблемы, да? Ну, я думаю, что с Майнкрафтом на Linux проблем еще больше будет, разве нет? Нихера. Или ты Mac имел в виду? С Mac'ом, ну, не так много точно будет, но Linux действительно лучше. Лучше бы скачать другое модное движение, там ничего разбираться с клавишами не надо, там как в обычном Майнкрафте, там, ну, только меняется анимация. А скажите, если, например, кто-то захочет сделать сервер, на котором будут вот соревнования по этому устраивать, по паркуру в Майнкрафте, то есть это нужно, чтобы у всех была одинаковая версия, у всех был установлен вот этот мод, или все равно даже тогда не будет работать? Да, нужен мод. У всех. Нет, а или это на сервере нужно обеспечить поддержку какую-то? На сервере тоже нужно обеспечить поддержку. То есть автор этого мода должен написать мод для серверов еще к тому же, чтобы оно работало на серверах? Нет, сервер принимает эти моды. И если на ВДС, сколько там, 2 гигабайта, 4 гигабайта оперативки надо, чтобы сервер работал? Там какой-то жирный сеть нужен, памяти вот Java много жрет. Ты просто из своего компьютера поднимаешь, зачем? Зачем тебе ВДС для этого? Ну не знаю, чтобы постоянно работал. Просто не выключай компьютер. А IP-адрес как? Этот Hamachi или что там использовали раньше? Да, ты можешь использовать что-нибудь, что-то вроде виртуального приватного этого, или выкупить действительно IP-адрес какой-нибудь у того же своего провайдера. Ну, не знаю, IP-адрес у провайдера стоит почти столько же, сколько ВДС. По-моему. Зато свой. Ну, там тебе хуй, кто даст взять и вытащить плашки оперативной памяти из своего компьютера, ты всегда можешь это сделать. Ну что, я отрываешь, сколько нужно времени, чтобы сделать свой сервер со своими картами? Ну да, это, короче, то еще веселье. Но опять же, если этим ребенок будет заниматься, это очень полезно. Изучит Linux, изучит, что там Java, Tomcat или что там надо будет ставить. Оно долго скачивается, а? Вот в Майнтесте есть куча готовых серверов, ты на них можешь просто зайти и поиграть что угодно, там, в паркур,
Ну, похуй. И все работает из коробки. И что это за Minecraft Games? Уже опять что-то продают. Buy Minecraft. Minecraft Games. Играть. Okay, let's go. Это Bedrock, да? Ну, должен быть. Только что-то... тормозит, по-моему. Да, чуть-чуть. О, смотри. Have you finished игру? Рынок гардеробный, вот. Не, да, дай мне. О! Это ж я. Угу. Зури. Это все, что ли? Да, наверное. А, подожди, наверное, вот эта кнопка где-то. Да, давай. Create character. Выбрать из списка, либо создать. Это несколько персонажей ты можешь создавать, я так понимаю. Вот. Подожди-ка. А, чё? Куда? Ну да, тут тоже надо разбираться. Сейчас. Мои персонажи. Сейчас. Видимо, деньги надо, видишь, надо пополнять, наверное, это платная версия. Ну, давай и брать. Подожди, а если просто хотя бы гардеробная? Ну, как к тому экрану-то вернуться? Никак? Стоит. Нет. Тут, наверное. Нет, да, может... Да. Плащи. Классические скины. Все, в общем. То есть... Без денег никак, да? Да. Понятно. Вот же, блин, а раньше, подождите, раньше же можно скины было свои устанавливать? Для на сайте можно, наверное, тут в этой нельзя. Все за деньги. Вот эти коровы мир. Решаем коровы. Решение. Мир. Чем реал от многопользовательской игры? Все, все, создать. Это пользовательское, когда я посмотрю. Игроки, друзья, приглашаем игроки, друзья, друзей. Присоединиться, разрешение игрока по умолчанию. Ну, давай посетить. Все, понял, включаем деньги. В общем. Здесь это не работает. Здесь да. Не будут работать. Вот бег. О! Тут другая анимация сейчас. Вот, смотри. Угу. Ай-яй-яй.